Так, друзья, с вами я, Николай Емельянов. Я очень рад вас сегодня видеть. И вот еще одно печальное известие. Капитан Йовел Таун Кулинс умер на 33-м году жизни. То есть умер в 32 лет в причине смерти. Игрока не уточняется ближайший матч Йовел Таун Национальной лиги. Пятый по значимости дивизион чемпионата Англии отложен, к сожалению, в связи с его смертью. Что можешь о нем сказать? Коллинз за свою карьеру за Порт Вейл, Барнсли, Шрусбери, также Мансфилд Таун, Форест Грин Роверс и другие команды. Светлому память и соболезнуем ему и близким.